вами я, Балашова Наталья, основатель студии «Декор Бутоньерка» в рубрике «Свадебный переполох». И сегодня мы в гостях в шикарном ресторане авторской кухни «Негорький сад». Познакомьтесь, Юлия, управляющая этим рестораном. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, Юлия, как часто, так как у нас свадебный переполох, и нас, конечно, в первую очередь интересуют площадки, где можно отметить столь прекрасное торжество, как часто вы проводите здесь свадьбы? Свадьбы проводятся в летний период достаточно часто, но с периодичностью, я думаю, что раз в неделю точно, начиная с июня месяца. На сегодняшний день уже идет бронирование дат, и, собственно, есть еще свободные окошки, поэтому можно рассмотреть. Сегодня достаточно популярно стало проводить свадьбы не только по выходные дни, но и в будние дни, допустим, четверги достаточно активные, и воскресенье. Вот, что, кстати, раньше было, ну, достаточно такой редкостью для ресторана в целом. И свадьбы гуляют от 15 человек и вот до 150, да, то есть очень... Даже 150. Да, то есть очень такой разный формат. Есть маленькие камерные свадьбы, очень уютные для них. У нас есть отдельный зал, да, то есть мы сейчас с вами находимся в основном зале. Основной зал ресторана вместимостью до 90 персон, это максимальное. Если мы будем учитывать барную зону, которая у нас находится рядом, да, то есть там располагается фотозона, как правило, фуршетный стол находится там, такая вот, ну, чил-зона, так скажем, да, для гостей, которые просто любят пообщаться, ну, отвлечься немножечко от свадебной суеты, вот. И есть отдельный зал, это зал вместимостью до 30 гостей, комфортная вместимость там 20 гостей, ну, то есть 30 это вот уже, наверное, такой... Больше 30 точно не посадим, вот, и уже будет некомфортно. То есть 30 гостей, поэтому маленькие свадьбы камерные, небольшим составом, когда отмечают мероприятие, они выбирают именно тот зал. Вот. Это касаемо вот именно, именно вместимости и разного формата свадеб. В каждом зале можно проводить... развлекательную программу, независимо от количества гостей. То есть у нас позволяет и музыкальное оборудование, и проекторы, и микрофоны. То есть все есть в наличии, ничего не нужно вести с собой. Ни организаторам, ни, может быть, ну, вот кто-то, допустим, своими силами там празднует, да, свадьбу и... нанимают ведущих, у которых нет, допустим, да, такой возможности своего звукового оборудования. В этом случае у нас есть личное, да, все имеется в наличии, мы можем предоставить. Это входит, как правило, в депозит, то есть в общую сумму дополнительно оплачивать это не нужно. Самый, конечно, интересный вопрос, сколько это стоит, как бронировать можно? Бронировать просто. Можете обращаться по телефону 78 70 80, напрямую звонить администраторам. Можно писать в наши социальные сети ВКонтакте, в Инстаграм, там достаточно активно всегда отвечает либо администратор социальных сетей, либо администратор ресторана. В каких соцсетях вы есть? Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакт. Ну, то есть вот такие стандартные всех, везде, да, да, где сайт. Вот, поэтому не всем комфортно. Сайт, да, есть сайт. Вот. Очень хорошо. Не всем комфортно, кто-то не любит звонить. В наше время это очень популярно, да, мы минимизируем общение, дабы экономить свои ресурсы. Вот, поэтому спокойно гость может написать и не переживать, что он останется проигнорированным или мы не сможем ответить. Вот. Далее уже назначаем встречу в ресторане для того, чтобы посмотреть интерьер, чтобы определиться с рассадкой. И бронируем дату, то есть бронь необходимо внести от 10 до 30% от возможного предзаказа, да, то есть пока вот какой-то минимум обсуждается, для того, чтобы просто зафиксировать данную дату. Дальше уже ближе к мероприятию мы определяемся с количеством гостей, с рассадкой, как мы это видим, как хочет гость, самое главное для нас, потому что зал абсолютно...
мы не привязаны к конкретно какой-то расстановке. То есть мы можем сделать абсолютно разную расстановку, абсолютно с разной мебелью, потому что у нас есть и банкетная мебель в том числе, которую мы сейчас не наблюдаем в зале. Да-да-да. Есть банкетные стулья, банкетные столы, все это в белом цвете. Ой, здорово. Вот, поэтому предлагаем варианты с работы с... ну, так, студии декора, так скажем. А, можем предложить свою, можем рассмотреть. Вы с кем-то работаете, да? Да. Очень хорошо. Поэтому, если есть необходимость в предложении, допустим, ивент-агентства, либо просто ведущего, да, вечера, тоже предоставляем такие услуги, назначаем встречу, и все обсуждается непосредственно здесь, уже на нашей площадке. В этой ситуации комфортно и заказчику, и ресторану, потому что мы предлагаем тех, в ком мы уверены. Вот. И, соответственно, ведущему, который проводит мероприятие, он тоже чувствует себя комфортно, он знает, что ресторан его не подведет, то есть механизм отлажен, и работа идет намного проще, легче, ну, соответственно, все заказчики, гости, они спокойные, они уверены в том, что все пройдет. Смотрите, вот бывают такие случаи, когда, вот, расстроилась свадьба, либо она перенеслась, был вот у нас пандемия, да? Да. Что, какие есть там гарантии? Или, заключаем договор с молодоженами в период внесения первого взноса, скажем, первоначального взноса. И в договоре прописаны сроки. Если нас предупреждают об отмене мероприятия за месяц до мероприятия, то сумма предоплаты возвращается 100%. А далее уже зависит от срока. То есть если нас буквально за неделю предупредили, но в любом случае мы мы предлагаем варианты использования данной предоплаты в каких-либо других целях. Данная денежная сумма может перейти на, допустим, бонусную карту нашей компании, и этими деньгами гость может рассчитываться в течение всего года, да, там даже больше, рассчитываясь не только в нашем ресторане «Не горький сад», но и в сети наших ресторанов, это семейные рестораны «Паста». Вот. Поэтому здесь в любом случае лояльность, она максимальна. Есть, да. Если какие-то скидочки, может быть, там, в какой-то другой день, например, если это не выходной. Да, но это все индивидуально, поэтому максимально, конечно, у нас вообще на самом деле не было ситуации, чтобы мы когда-то оставили гостя недовольным. Ситуации бывают разные, вот вы хорошо привели пример с пандемией, да, то есть это форс-мажор буквально для нас. Никто не ожидал. Всех был, Поэтому благо, что как бы вот мы справились, и без таких ситуаций обошлось у нас. Были ли какие-то случаи такие форс-мажорные, интересные, смешные, может быть, Смешных случаев на свадьбе предостаточно. Такое запомнилось, которое можно... На самом деле, вот хотела бы рассказать про свадьбу, которая запомнилась. Я думаю, что, наверное, всем сотрудникам, даже которые уже сейчас не работают в нашем ресторане. Как вы видите, у нас зал достаточно в таких темных тонах. Очень такой дорогой серый оттенок. Вот. Желанием заказчиков был абсолютно белый зал. Абсолютно белый, вплоть до пола. Но принципиально было, что они хотели играть свадьбу именно в нашем ресторане, потому что очень нравится кухня, очень нравится сервис. И их желание было и задача для декораторов сделать вот все белое. Я знаю, что вы можете. А мы можем. Вот. И им действительно тоже и в прошлый раз все получилось. У нас был абсолютно белый зал, у нас была другая мебель, она тоже была белоснежная, белая. Белые шторы, белые стены. Конечно же, это все без глобальной перекраски. Однозначно. Я к тому, что ресторан мы не перекрашивали, это все декорировалось очень у меня красиво, и гости были довольны. Ну вот для нас это, наверное, такой очень необычный момент, когда мы просто пришли и увидели другой ресторан, другой зал. Шикарно. Когда могут начать, например, это лично, конечно, нас касается, когда могут начать работу декораторы и также, то есть монтаж, демонтаж? Если день, дата свадьбы, допустим, условно, она забронирована, то с утра ресторан уже не принимает гостей. То есть мы уже полноценно готовимся к свадьбе. Поэтому
либо с утра, то есть это обговаривается предварительно с организацией, которая занимается оформлением, либо они приезжают рано утром, как им комфортно, то есть мы можем ресторан открыть и в 8 утра подстроиться, да, либо кто-то предпочитает приходить и делать это в ночь, чтобы с утра уже зал был готов, да. Для нас самое главное знать время и что требуется именно от администрации в плане подготовки, то есть скатерти, столы, как они будут расставлены. Вот чтобы мы со своей стороны все это подготовили и декораторы спокойно уже работали, не нуждались. Есть какие-то пожелания, либо даже замечания, может быть, для декораторов? Предварительно все обговаривать с нами, потому что бывают такие случаи, когда они обсудили все с заказчиком, забыли оповестить нас об этом, и вот приходит декоратор, время там условно 10 утра, он говорит, а почему у нас скатерти не готова, а я вот пришла столы оформлять. А мы говорим, а мы собирались это к 2 часам. Нюансик такой, да-да-да. Ну, естественно, пытаемся выкрутиться максимально быстро, это все подготовить, но все-таки и нервы, и время, причем с двух, с обеих сторон уже чувствуется. Авторские блюда, они такие шикарные. Может быть, какие-то у вас есть новиночки, которые вы можете нам всем рассказать, прорекламировать? Ну, новинок за последний год, наверное, у нас прибавилось. Она прибавилась, в принципе, во всех категориях, да, то есть это и холодные закуски, появились новые виды брускет, салаты мясного именно типа с ростбифом, да, новиночка. В категории горячих блюд мы начали готовить стейк тибон, которого раньше не было в меню, на кости, но при этом максимально нежный, сочный и достаточно бюджетная цена у него, то есть недорогой. В категории японской кухни, паназиатской кухни также появились новинки. Вкуснейший палтус. Мы предлагаем попробовать его в двух вариантах. Первый вариант палтуса – это в соусе том-ям. Это фаворит буквально и мужчин, и женщин. Я обязательно палтус попробую. Палтус очень нежная рыбка. Я обожаю. Да, соус том-ям достаточно вкусный. А для тех, кто по каким-то своим, может быть, вкусовым предпочтениям не воспринимает паназиатскую кухню, но очень любит рыбку, палтус мы также готовим с муссом из моркови. Вот. Это такое женское блюдо. Вот, женщины у нас оценили. Тоже новинка и достаточно вкусно. Также у нас есть черная треска. Черная треска в Ижевске, насколько мне известно, не представлена в других ресторанах. У нас она есть. Уникальное торговое предложение. Да, мы привозим ее непосредственно с другими морепродуктами. Черная треска. Ну, я думаю, что все знают о ее пользе. Это не обычная треска. Поэтому здесь, наверное, уникальность в том, чтобы сохранить вот эти вкусовые рецепторы данного блюда и передать гостю, не перебив специями, не перебив соусом. Вот, поэтому черная треска лично мой фаворит, тоже с очень вкусным муссом из цветной капусты. Очень нежное блюдо. Идеально сочетается с любым вином. По вашему усмотрению, особенно с игристым, тоже многие гости предпочитают данный вид рыбки и на обед, и на ужин в том числе. Ну вот это, наверное, из основных блюд. Из десертов у нас появилась новинка, торт с муссом пармезан. Очень вкусный, сытный, интересный. Много что не пробовала, обязательно все попробую. Он не слишком калорийный, поэтому можно не переживать по там, килокалориям, да, если вы отслеживаете этот момент. Но позволить себе точно нужно. Хотя бы иногда, хотя бы раз в месяц, безумно вкусный. Когда мы его только проработали и ввели в меню, гости начали активно пробовать, еще ни одного негативного отзыва не было. Даже людям, которые в принципе не воспринимают сладкое, он пришелся по вкусу, потому что там все умеренно, все натуральное и, соответственно, без химических вот этих добавок. Вот очень вкусные виды чая, винная карта представлена у нас, ассортимент в винном шкафе, можете посмотреть, шкафу очень обширный. И, кстати, по поводу алкоголя, рассматриваем варианты, если гость желает привезти с собой алкоголь, мы не запрещаем, это оговаривается индивидуально, либо мы можем предоставить скидку 30% на наш ассортимент, либо
предоставить цены от поставщика. То есть это все оговаривается также индивидуально с гостем в зависимости от его желаний, предпочтений и бюджета, соответственно. Да, подаркам. Хотела же сказать, да, чтобы подготовили подарки для молодожен. Если они выбирают наш ресторан, мы предлагаем в качестве подарка это два ящика шампанского. Шикарно. На свадьбу, да. Вот. Либо они могут выбрать скидку. То есть, что вот в приоритете у гостя, да, то и можем предоставить. Также каждым молодоженам мы дарим сертификат в наш ресторан, которым они могут воспользоваться уже после свадьбы. Да. Кто-то приходит отмечать годовщину на этот сертификат, кто-то приходит через месяц, допустим, после свадебного путешествия. Тоже остается на выбор. Данный сертификат действует год с момента вручения, поэтому молодожены очень часто возвращаются. Еще у нас есть традиция, что гости приходят к нам, и когда-то давно уже игравшие здесь свадьбу пятилетней давности, и уже приходят с детками. Как и это, да, максимально приятно. Приятно, что они нас помнят, они нас выбирают, возвращаются к нам, и, соответственно, сотрудники тоже также помнят каждого гостя и каждое мероприятие, и с радостью всегда встречают гостей. Как детское меню? Детское меню также есть. Оно представлено, так, если не ошибаюсь, там 12 блюд, достаточно все стандартно, картошечка, макарошки, да. Самое для них. Самое понятное для детей, да, потому что не все дети гурманы. Они не совсем понимают авторскую кухню. Да, поэтому главное, чтобы ребенок остался сытым. Счастливый. Выбор есть, да, детское меню тоже есть. Ну, что я могу сказать? Мне было очень с вами приятно побеседовать, взаимно, рассказать всем о вашем шикарном ресторане, поэтому что бы вы могли пожелать молодоженам в предстоящей свадебной суете? Она, конечно, приятна до безумия, но и выматывающая. Именно поэтому все какие-то переживания, лишние движения, все заботы мы можем взять на себя для того, чтобы со своей стороны, с нашей стороны, да, с нашей стороны была максимально комфортная, и они остались самые легкие воспоминания, и не было вот ощущения тяжести или сильного большого труда. Вот, поэтому приходите в гости, будем рады видеть вас. Всегда относимся с душой к нашим гостям, поэтому ждем. Спасибо большое. Я думаю, что после этого репортажа обязательно будут у вас самые лучшие клиенты. Ну все, спасибо. Всем пока.